Мотивация, вдохновение для учебы, жизненные цели, физические явления и новые инженерные открытия будущего. Темы для разговоров на очередной классной встрече в Сарове были разнообразными и обширными, но объединены магистральным направлением – наукой. Старшеклассники на этот раз встретились с сотрудником РФЯЦВНИЕФ, младшим научным сотрудником Института лазерно-физических исследований Алексеем Самсоновым. Мероприятие приурочили ко Дню науки. Ученые, как правило, работают над законами, над принципами. Вот я хочу вас нацелить, да, на технический университет, но технический университет, кроме ученых, да, которые работают над законами, над фундаментом, над принципами, которые готовы поменять весь окружающий мир, есть еще какие технические специалисты, как называют, которые окончили высшее учебное заведение. Инженеры, они уже на основе тех законов и принципов, которые открыли физики, создают продукт, который вот здесь сейчас полезен для общества. Чем занимаются инженеры? Какие физические принципы работают в том или ином устройстве? Какие есть источники электрической энергии? Что такое термоядерный синтез и какое отношение он имеет к Росатому? Какие проблемы и задачи решает госкорпорация? Об этом поговорили на классной встрече. Гость также рассказал о себе, поделился своим опытом. Алексей Самсонов получил несколько высших образований. Закончил бакалавриат и магистратуру по специальностям электроэнергетика и электротехника и экономика и управление. Магистратуру по специальности лазерная нелинейная физика и фотоника. Также в его списке достижений аспирантура в НИЭФ. Сейчас мужчина учится в аспирантуре МГУ. Я пошел присоединиться к коллективу ученых в НИЭФ, сюда, в Саров. Но сразу лазером я заниматься не стал, потому что как бы немного другая. И мне нужна другая область, и мне нужно было поднимать ту базу знаний, да, которой у меня еще не было. И поэтому я занялся привычной мне энергетикой, которая здесь намного была интереснее, чем в обычной эксплуатации электрических станций. За полтора часа общения старшеклассники актуализировали свои знания по физике и услышали много нового интересного. Гость общался с ребятами в формате диалога. Все желающие могли задать вопрос научному сотруднику. Самые активные получили сувениры с символикой ВНИЭФ. Классную встречу в Сарове впервые проводили с участием специалиста Российского федерального ядерного центра. Следующее мероприятие в рамках проекта запланировано на 14 марта. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.